Звезды разной величины, концерты разной масштабности. Все это привычно у нас на Славянском базаре. Но для тех, кто понимает, все-таки центральным событием был и остается конкурс исполнителей эстрадной песни. Сегодня победители Славянского базара 2019 отвечают за свой базар. 19:00, вечерний Витебск. Мы начинаем. Всем желаю доброго вечера, я тоже рад тебя видеть, но я знаю, что для тебя конкурс исполнителей эстрадной песни, или, будем говорить языком... Таких людей, как я, которым привычно старое название. Не старое название, а называется «Молодые исполнители». Конкурс молодых исполнителей у нас это называлось долгие годы. Так вот, я знаю, что ты внимательно за этим следишь и даже болеешь, переживаешь. Для тебя это интересно. Мне интересно, потому что, послушай, Ванечка, за молодежью будущее. И в конце концов, то, что мы видим на нашем конкурсе, это то, что будет складывать и эстраду нашу и дальше. Ну понятно, да, ведь те звезды, которые есть сегодня, некоторые из них когда-то точно так же начинали на фестивале. Начинали на фестивале, ну пусть на разных фестивалях. Ну понятно, что и сюда приезжают тоже люди, так сказать, понимая, что определенное там жюри, определенная публика, стараясь угодить этим вкусам, но тем не менее, конечно, за вами-то будущее. Шо к нам, старичкам. Но мне кажется, в этом году не получилось какой-то такой большой интриги, кто будет победителем. По результатам первого конкурсного дня было понятно. Уже по баллам, что отрыв довольно большой. Да. Это не как в прошлый год, когда сравнялись баллы, все думали, а что же будет? В этом году тоже есть вот это вот эта планка, да, когда баллы сравнялись, но понятно, что это не гран-при, это ниже, но да, все-таки, да. На второй день приблизительно там то же самое случилось, да, и все уже дальше зависело от того, как примет решение жюри, что да, разделить, что вручить. Ну все, награды вручены, победители объявлены. Я, правда, не знаю, успевали ли наши зрители за всеми следить, за их судьбами, потому что было много сюжетов, репортажей на разных каналах, с кем-то пообщались, с кем-то нет. Но вот те люди, у которых в этом году самые главные награды, они пришли к нам в студию. И вот все, что мы успеем у них спросим. Да, давайте прямо сейчас посмотрим афишу и будем разговаривать с нашими сегодняшними гостями. Витебский областной краеведческий музей представляет выставку «Иконопись белорусского Полесья» из фондов Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта. Народные иконы – особый слой этнической культуры, который представляет собой синтез православной иконописи, западноевропейской сакральной живописи и приемов народного декоративно-прикладного искусства. Белорусские народные иконы написаны в рамках общих христианских канонов, но, опираясь на них, передают эмоции, чувства и симпатии самого иконописца. Выставка работает с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет спектакль «Скрипки порой ведут к сумасшествию». Героиня пьесы Шарлотта много лет живет за счет одиноких богатых благодетелей. Мошенница мечтает накопить побольше денег и обосноваться в Париже. Но все ее планы рушатся, когда последний содержатель Шарлотты умирает и лишает ее наследства, оставив все огромное состояние своему молодому племяннику Леопольду. Шарлотта решает, чего бы это ни стоило, соблазнить парня и вернуть долгожданное наследство. Начало спектакля в 19:00. Летний амфитеатр приглашает на концерт группы «Кипелов» с программой «Звезды и кресты». «Звезды и кресты» — третий студийный альбом коллектива. Новый диск «Кипелова» поклонники ждали целых 6 лет. Все тексты по традиции написала Маргарита Пушкина, а название новой работе дала одноименная песня. Начало концерта в 22:00. Начинаем наш разговор мы с Паулиной, представительницей Литвы, которая взяла на нашем конкурсе специальную премию имени Владимира Мулявина за лучшее воплощение национальной темы и высокое исполнительское мастерство. Паулина, мы вас поздравляем. Паулина, congratulations. Thank you so much. Спасибо огромное. Паулин, вы очень милая, и на вас очень приятно смотреть и по телевизору, и в жизни. Паулин, you're very cute, and it's so nice to just look at you both live and through the TV screen. It's nice to hear. Очень приятно слышать. И вам очень шли песни, которые вы исполняли. Those songs you performed, they really suited you. Oh, thank you. Как вы их выбирали? How did you choose the songs?
with a Slavic hit, there my teacher showed me, and. Что касается славянского хита, мне показал мой учитель. And when I heard it, I knew this is the song that I'm going to sing. И когда я только услышала эту песню, я поняла, это то, что нужно мне спеть. I loved it. Мне очень понравилось. Ну, Титаник, вы любите фильм? Do you like the Titanic film? Oh, the Titanic, it's one of my favorites. Да, один из её любимых. Правда? А концовка, спросите, расстроила Паулину? As for the end of Titanic, were you upset with it? Yeah, because... It's kind of a sad love story. Да, к сожалению, это грустная история любви. Паулина, знали ли вы что-то о славянском базаре до этого конкурса и как вы решили в нем участвовать? Did you know anything about Slavyansky Bazaar before coming here, and how and why you decided to participate? Actually, I knew about this contest, and my teacher asked me if I want to go. And I said yes, because I was watching the show when I was a little girl. На самом деле, я знала об этом фестивале еще давно, и когда мой педагог мне предложил поехать, то я сказала, конечно же, да, потому что это то место, тот фестиваль, на который я хотела попасть с самого-самого раннего возраста. Здорово. А понимаете ли вы значимость премии, которую вы получили? Do you understand the importance of the prize you just received? Actually, when I got the prize, I didn't know that it was huge. But now, when people told me, now I get it, that it's huge. В тот момент, когда меня объявили, когда я получила эту премию, я вообще ничего не понимала. Но сейчас, когда столько людей подходят, говорят, поздравляют, она понимает, что да, это действительно огромная премия. Да, это на самом деле очень заметная премия. И за историю фестиваля эту премию получали, ну, действительно, люди, которые и потом показали себя очень достойно. It is really a very noticeable prize, and during the history of the festival, only really well-known, well-done artists received it. И Владимир Мулявин – это, ну, знаковый артист для Белоруссии. Вот премия его имени – это премия, конечно, которая вас, ну, определенный аванс вам дает и вот определенную ответственность. Владимир Мулявин is a very famous artist here, and his prize means a lot, and it gives you a big, you know, way to with this prize. I'm very honored. Что вы будете делать с этой ответственностью дальше? Какие ваши творческие планы? So what are you going to do with those responsibilities now? What are your artistic plans? I'm going to create more music, because I write my songs, and I love to play and to create. So I think I'm going to invest my money to music. Я думаю, что я хочу заняться своей музыкой, я делаю свою музыку, и все вот эти вот призовые деньги я направлю именно на свою музыку. Ну, я думаю, что Владимир Мулявин был бы согласен с теми, кто эту премию вам присудил, кто эту премию вам дал. Мы желаем вам удачи, чтобы вы всегда несли ту ответственность, которую вы на себя берете, тем, что вы исполняете песни, тем, что вы хотите стать артистом, что вы уже артист, чтобы вы несли ее дальше, чтобы у вас все-все было хорошо. She thinks that Vladimir Mulavin would be happy and would agree with the judges to give you this prize, and she wishes you the very best luck, and she also wishes you to understand and to take these responsibilities you are receiving. I promise I will. Обещаю, что будет. Мы будем следить. We will follow. Okay. Окей. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Переходим к нашим следующим победителям и конкурсантам. Третья премия конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» Иван Дятлов, Россия, и Дмитрий Бабак, Украина. Поздравляем вас, ребята, вот такие вы взросло-большие, ну, во всяком случае, большие, оба такие высокие, премию поделили на двоих. Ну, как вам?
Здорово, круто. Да, прекрасно. Да. Ну, послушайте, а если бы премия досталась кому-то бы одному из вас, было бы лучше? Ну, конечно. Ну, понятно. Ну, конечно, лучше. Подумал каждый из них. И сейчас... Ну да, для чего душой кривить? Естественно, так бы было лучше. Нет, ну поделили... Но... Да. Поделили жюри решает, и молодцы. Простите, да. Да. А скажите, пожалуйста, ну я понимаю, что и Иван, и Дима, наверное, вы, ну, безусловно, знали о существовании конкурса «Славянский базар» в Витебске, потому что все-таки мы все живем недалеко друг от друга, и ну, наверное, вы уже родились, когда этот конкурс уже существовал. Нет. Я родился... А, ну как раз получится, да, я родился в 92-м, и ваш конкурс родился тоже в 92-м. Мы росли с ним бок о бок, только я был рядом с телевизором, когда он подрастал. У нас есть очень похожая с Димой черта. Это наша детская мечта попасть сюда, на Славянский базар, да, и взять какую-то премию. А вот скажите, Иван, вы же будущий инженер. Как вы там свои атомы? Или вы атомы вкладываете в голос, чтобы голос стал атомным? Атомный да, голос, да? Да, ядерный голос. Ядерный. Да, но я стараюсь совмещать, и сейчас это очень успешно получается. За меня болеют все мои студенты, все мои одногруппники, друзья, преподаватели, пишут сообщения, смотрят, желают удачи, и я за это им очень благодарен. А вы, Дима, вы это ваша профессия петь? Да, но у меня два образования. Первое образование мы это слесарь по ремонту автомобилей. Ух ты, какая у вас хорошая профессия. Пока прекрасно. Вы еще не уехали, можно воспользоваться. Да? А кого, что, нужно помочь кому-то что-то сделать? Сейчас вы выйдете из студии, уже я будут думаю, там что стоять. Можно будет как раз удвоить свой выигрыш. Да. Да. Я понял. Да, а вторая профессия это, ну, эстрадный вокал, то есть кафедра эстрадного пения. Отучился 6 лет. Ну, магистратуру закончил. Вы живете в Киеве, и вы уже концертируете, нет? Да, я живу в Киеве после победы на X-Factor. Вот, мне стало проще заниматься своей концертной деятельностью. Я пишу свой собственный авторский материал, езжу по концертам. У меня есть там несколько клипов, их можно посмотреть, увидеть. Ну, стараюсь вести такую, ну, концертную деятельность. Естественно, выступаю на фестивалях и знакомлюсь со своим творчеством. И у вас уже выступал со своей собственной песней. А вот как вам кажется, после того, как вы выступили на Славянском базаре, получили вот эту премию, в Украине у вас от этого, я не знаю, вырастут... вырастут, да, ваши там запросы, вас как артиста. Станут ли на вас больше обращать внимание? Это я веду к тому, насколько конкурс популярен. А насколько конкурс популярен в Украине у нас, да? Ну, я думаю, что, честно сказать, что в Украине об этом конкурсе знает мало аудитории молодежной. Uh-huh. Больше знает аудитория уже постарше. У нас, если не ошибаюсь, около 12 миллионов человек уже старшей категории. Это рейтинговый зритель Славянского базара. А так как у меня аудитория ключевая, так, с которыми я работаю на концерте, как раз вот 35+. Uh-huh. Да, и так что это мне очень сильно поможет. Я собираюсь осенью ехать на концерты, буду организовать свои собственные, сольные. Вот. И надеюсь, и хотелось бы, конечно, чтобы это помогло привлечь аудиторию. Вань, ну а вы, вам учиться еще, вам сессии сдавать, а концерты, а вот что теперь делать с победой-то? Ну, пока я молодой, у меня, слава богу, удается все это совмещать, и сессии сдаются хорошо. Ну, я, конечно, сейчас веду такой очень активный образ, именно творческий образ жизни. Много концертов по Москве, недалеко от Москвы. Ну да, в Москве очень много залов, да, площадок, ну, по очереди. Площадок для своей реализации, и я этому очень рад, тому, что я именно в Москве нахожусь, в эпицентре событий всегда. Но также я езжу и по России, и на север часто езжу, и на юга российские тоже я езжу. И это очень всегда приятно видеть нового зрителя, видеть их реакцию, знакомиться с новым зрителем и дарить им свою музыку. А вот что касается Славянского базара, скажите, какой день вам дался тяжелее, первый или второй? Ну вот обоим вопрос. Да, я могу сказать, мне дался второй день сложнее. Да, второй. Думаю, что второй, да. А казалось бы, с оркестром-то петь сложнее? Нет, с оркестром петь не сложнее. У меня уже был опыт выступления с оркестром. Там на самом деле ничего страшного нет, так кажется. Да. Размер музыки, он один и тот же. То есть ошибиться нельзя, это как математика.
Второй день был тем, что образ немножко диссонировал со мной внутри. Это песня «Летем до катедрали». Я до конца просто не понимал суть образа этого, до конца не мог понять, кем мне быть в этой песне. Ну да, да, я вот немножко как-то для себя определился, что бы я хотел мне сказать. А вот в Высоцком, для меня был понятен посыл, потому что и в жизни происходили такие ситуации, которые я мог рассказать о чем-то, чтобы внутри во мне это пересекалось, чтобы зритель это понял. Да, и мне кажется, что этот как раз образ вот такой, мне его намного легче рассказывать и нести. Ну, у меня было такое двоякое чувство, потому что вроде бы ты уже выходишь во второй день к публике, которая тебя в первый день так тепло, так горячо приняла, и тебе в этом плане уже легче к ним выходить, но ты думаешь о том, что ту планку, которую ты для себя задал в первый конкурсный день, ее нужно не только подтвердить, но и взять выше, и все-таки сложнее для наших славянских зрителей, да, петь на иностранном языке, поскольку не все его понимают, и ты тут должен уже применить не только свой дар слова, но и дар жеста, то есть что-то показать жестами, объяснить свои эмоции и чувства, чтобы донести их до зрителя. Это уже немного сложнее, немного другой уровень. Ну, это же такой хороший день в плане того, что вот мировой хит, ну, бери то, что знает каждый. Да, конечно. Но, казалось бы, да, бери то, что знает каждый, но если это знает каждый, он к этой песне будет относиться так, что давай удиви меня, потому что я уже слышал много-много его так спели, попробуй сделать так. Поэтому, мне кажется, надо брать наоборот что-то такое. Что-то мировой хит, но не тот, который вот уже заел у всех в голове, что-то такое, Вот так сделал в случае Ваня, сделал песню, взял песню «Селин Дион», мужчины ее практически не поют, вот, и таким образом он, получилось, так и получилось. Так и было, потому что когда я в трансляции смотрел, там было что-то с Селин Дион, потом парень выходит петь, я что, так даже как-то так отвлекся, что там происходит, кто выходит. Но у меня, я же говорю, было сложнее то, что «Катедрали», она, в принципе, более-менее, ее уже много кто перепел, и все понимают, что будет происходить. Сейчас будет куплет, припев, потом одна модуляция и вторая модуляция, ну и, в принципе, все понятно. И здесь как раз вот нужно было... Ваш низкий голос, он казался, он сюда вольется так правильно, вот так вот, как должно быть. Вот слушалось. Мы не профессионалы. Да, действительно, когда Диму смотришь, так завороженно смотришь, все-таки. Ребята, вы оба молодцы, правда, вы оба молодцы, и поэтому тут уж каждый хвалить может друг друга, но тем не менее. Ну, мы без каких-то прикрас, мы потому что реально на конкурсе сдружились, и, вне зависимости от каких-то других внешних условий, чисто по-человечески, мы очень друг друга поддерживали, и я думаю, будем дальше дружить. На базаре так всегда, как на Олимпиаде. У нас только так, потому что у нас вокруг люди простые, хорошие, поэтому мы все очень любим простых и хороших людей. Спасибо вам большое за то, что вы поучаствовали в конкурсе, за то, что вы молодцы, за то, что вы постарались. И пусть дальше победа в нашем конкурсе дает вам старт для следующих побед. Спасибо большое. Всего вам. Вторая премия конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019». Ваня Зданюк и Илай. Ваня – Беларусь, Илай – Израиль. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Congratulate you. Вань, скажи, пожалуйста, вот ты белорус, ты приехал на конкурс «Славянский базар». Ну, ясное дело, что ты знал об этом конкурсе с детства, наверное, с ним рос, вырос и вот, наконец, дорос до того, чтобы принять в нем участие. Как ты к нему шел? Это очень значимый, масштабный конкурс вообще в нашей стране. Это единственный конкурс, который находится в топе музыкальных конкурсов всего мира. И действительно, это была мечта такая, наверное, детская еще попасть сюда. И это очень хороший старт для меня. Это самый, наверное, пока что огромный музыкальный проект в моей творческой жизни. И я безумно благодарен, что именно так все сложилось, и что я лауреат второй степени, и это очень круто, и невероятные эмоции ощущаю, когда вот
понимаю, что все сложилось именно так. Понимаешь, что молодец, да? Чувствуешь, о, я молодец. Не я молодец, моя команда. То есть мы все молодцы, потому что действительно была проделана огромная работа, и без команды бы ничего не получилось. Это огромная благодарность команде, продюсерскому центру «Спамаш». Это точно. Илай, а в Израиле что знают об этом конкурсе «Славянский базар»? Потому что Израиль, ну, практически ежегодно бывает у нас, и первая премия была не раз тоже. What do people know about Slavyansky Bazaar there in Israel? Because Israel takes part almost every year, and even the prizes go to Israel, like, very often. So what did you know? First of all, I can tell you that the Israeli don't know anything about Slavyansky Bazaar. Во-первых, я хочу сказать, что в Израиле вообще ничего не знают о Славянском базаре. Ну, каждый год приезжают. But still, every year they're coming. Every year we are coming. I was so lucky to went to that audition. Мне безумно повезло на этом прослушивании. But I started to do like something else. I started to like put things on Instagram and Facebook just to make sure that everyone knows that this huge thing, because it's huge. Для того, чтобы все узнали о том, что я делаю, об этой огромной вещи, которую я делаю, я начала действительно меняться, и моя жизнь начала меняться, я начала делать, постить что-то в Инстаграме, в Фейсбуке, говорить об этом людям, это действительно изменило что-то. А вот изменится ли сейчас что-то в ее жизни после того, как она стала лауреатом? Ведь, ну, ты переводи, Никита, а я вот скажу, ведь Ваня, допустим, да, его жизнь и Славянский базар, это понятно, что вот она переплетено все, конечно, потому что, ясное дело, и он знал об этом конкурсе, и теперь тоже везде будут говорить, вот, победитель Славянского базара, конкурс «Витебск 2019», а что в Израиле будет? So what will happen in Israel? For now, I'm not sure because I just started 2 years ago my study at Performing Arts Academy. Сейчас я не уверен, потому что я всего лишь 2 года назад только начала учиться в Академии искусств. So I have the last year I learned in theater and musicals. That's called Betsvi. Сейчас остался последний год мне учиться. Я занимаюсь и в театре, и в мюзиклах играю. So I'm not sure what is going to happen, but I think that the Israelis supposed to know about this amazing contest. Поэтому я не знаю, что сейчас произойдет, но я надеюсь, что по крайней мере в Израиле будут знать об этом конкурсе. Вань, а твоя жизнь дальше как пойдет? Вот что ты планируешь дальше? Вот все, победил, да? И теперь везде всегда будут говорить: Ваня победитель. Что будет дальше? Дальше будут другие проекты, и наши, и зарубежные проекты. Сейчас я работаю над авторской своей программой, которую совсем скоро вы сможете услышать. И, то есть, ни в коем случае останавливаться не будем. Будем работать в таком же духе, чтобы все время поддерживать вот эту волну, потому что нужно работать, чтобы о тебе узнавали как можно больше людей, потому что это самое главное — находить своих зрителей. Ну да, и теперь пока вот эта волна, да, пока эта ступенька есть, вот главное, чтобы с нее не спрыгнуть, а вот поддерживать волну эту, да, и все выше и выше идти. Да. Вот вы знаете, мне всегда было любопытно узнать, что испытывают люди, которые делят одно место. Но я спрашиваю с той позиции, что вот разделить одну премию, вот вы люди какого склада? Вам приятнее быть единственным победителем и занимать это место? Или то, что вы делите, для вас это ничего не значит? Пока Никита будет переводить, Ваня, попрошу ответить. Абсолютно не важно. Главное, что мы вошли в топ-3, и это как для любого спортсмена, для любого вокалиста. Это очень важно, и это престижно. И самое главное, я считаю, даже не денежный приз, который мы выиграли, а то, что мы почувствовали энергетику публики, то, что мы поделились с ними своими эмоциями и получили ответную реакцию. И зрители очень нас тепло поддержали. Это самое главное, мне кажется, на конкурсах. А денежный приз — это уже потом просто, вот, который мы увезем домой. Вот и все. Самое главное — это то, что зритель будет с тобой, и то, что мы сделали все возможное, чтобы донести свою энергетику
Ну, можно, кстати, не увозить денежный приз, а потратить здесь, купить там соломенных, что там подарили, коников. Соломенных коников, соломенные шляпки и так далее. Так, перевели. Ивану, ой, Иван, да. Ване да. денег не жалко, а Илай. Да. She says that he may spend as much money as he wish, but for you. Wait for me. Just, can you spend everything here? In here? On your price, yes. Maybe I'll use it for like study. Наверное, я использую это для учебы. Используешь для учебы. Mm-hmm. Мы сейчас так перешли на второй вопрос, но я на предыдущий попрошу да. ответить. Как вот... Да, что чувствует человек, когда делит место? The previous question about what do you feel about sharing the price? Oh, I think that it's great. I mean, everyone were so amazing. Where they had like such a huge and awesome voices. Я думаю, что на самом деле это здорово, потому что было столько много людей, и у них у всех были обалденные голоса. And this year I felt that the rough, I don't know how to say it, like it was really huge, like not huge, really high level. Я думаю, что в этом году был очень высокий уровень исполнения. If I had the opportunity, I was like giving everyone like the Если бы у меня была возможность, если бы я раздавала призы, то я бы, наверное, дала всем. Всем и каждому. Ну, ребят, спасибо вам большое, что сумели к нам дойти. Мы вас, безусловно, поздравляем еще раз. И изо всех сил вам желаем, чтобы каждый в своей стране и чтобы приехали в гости друг к другу с гастролями когда-нибудь. И не только друг к другу, и дальше, и дальше, и дальше. Пусть это будет хорошим стартом спасибо для вас. Большое вам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Первая премия нынешнего конкурса исполнителя эстрадной песни «Витебск-2019» Георгий Путкарадзе, Грузия. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Спасибо, что к нам пришли. Грузия всегда очень достойно представлена у нас на фестивале. Всегда все люди очень, ну, наверное, все грузины такие, очень индивидуальные. Каждая индивидуальность очень яркие. Я хочу вам сказать, Георгий, ну вот здесь вот нас никто не слышит, только вы нас слышите, и ваши коллеги или, не знаю, там соперники не слышат. Я ваш фанат. Я болела за вас. Спасибо большое. Вы большой молодец. Вы, ну, может быть, не так же, как все остальные грузины, которые у нас были на конкурсе по-своему, но вы тоже очень-очень сильно отличались от всех. Это очень интересно. Вы думали, Спасибо. Что вы будете в числе победителей, знали? How can I say this? You know, sometimes when you feel something good, it becomes from your heart. So when I sing, I don't care about how if I will say in first or two on third place, you know. Yeah. Когда ты поешь, ты чувствуешь это своим сердцем. У тебя есть какая-то интуиция по поводу того, ну, произойдет это или нет. И сложно сказать сразу, это будет второе место, первое место, третье место. Но что-то будет. No, I don't care about this. I'm always singing with my heart, and because of this, I never choose first place, two place or three place. Yeah. Но я никогда не ставлю себе за целью первое место, второе место, третье место. Я просто пою от сердца, и все происходит. А важно для тебя вот это признание, признание жюри? I think for all person who sing, who is professional singer, he or she needs to take some, you know, it's hard to say, she or he needs to be like little famous. To that everybody knows him, that everybody loves him because he is doing his music. I'm doing my music only, and because of this, I love when someone loves my music, and it's good feeling. And I think the jury judges was great. Yeah. Для каждого певца очень важно чуть-чуть вот маленькой знаменитости вот этой вот доли ее иметь. И поэтому, конечно же, уважение. Георгий тоже говорит о том, что да, вот это вот уважение, что вот эта вот знаменитость, она нужна. Но... Признание и именно профессионалов. Да, да, да. И
те члены жюри, которые оценивали в этом году конкурс, они большие профессионалы, за это большое спасибо. А, кстати, от кого из членов жюри получить оценку было наиболее почетно, наиболее важно, наиболее значимо? For Georgian person, I think from Georgian. Для грузина грузинская? Но я специально посмотрела вчера, Гверцители поставила тебе десятку и в первый день, и во второй. Maybe I think that, you know, always Georgian person for Georgian person take good, but sometimes when we are not good, I don't give Georgian person if he is not good or she is not good. I don't give 10 if I was judge. If I was good, they give me 10, because they give me 10, yeah. Говорят о том, что если ты грузин, то грузину поставишь 10. Но на самом деле Георгий говорит, что если бы он был в жюри, то все-таки... Ну, вот, но если не 10, то это не 10. 10 бы он не ставил. Так что, наверное, Тамара Гверцители, в общем-то, тоже так посчитала и поставила десятку заслуженно. Ну, Тамара Гверцители и в нашем «Славянском базаре» не раз принимала участие как член жюри. Конечно, у нее есть, безусловно... умение ставить оценки, но и безусловно, у нее есть этот профессионализм, вот это понимание того, кто ей нравится, кто нет и за что. А тебе первый день или второй понравился больше? Мне... I think first day, yeah, first day. Because yeah. I sing a Belarusian song, it was my style song, and I think was it's good, yeah. Первый день понравился больше, потому что в первый день была песня на белорусском, и эта песня была действительно его стиля. But I think that maybe it's not right, I don't know for every people, but I think that I did not sing good, because I'm always like this when I sing. I did not sing good. Но при этом хочу сказать, что в первый день ему кажется, что он пел не очень хорошо. Может быть, не стоит об этом обычно говорить, но это так. И ему всегда кажется, что он чего-то чуть-чуть не доделывает. А выбор белорусской песни — это для того, чтобы завоевать сердца белорусского зрителя, чтобы громче хлопали, нет? If you or someone came in Georgia, and you'll say «Камар Джоба», it's our hello. Everybody will love you. You know, if you are a singer and you came in Georgia and sing Georgian song, they will hug you. They will give you everything. I cannot go in Eric. Сейчас по-русски скажу, потому что я все время по-русски говорю. Не, иногда забываю. На русском мне очень сложно говорить. Но сейчас по-русски буду говорить. Вот это слова лучше знаю по-русски. Хорошо, хорошо. Мы понимаем, да, у нас есть хорошо. Для этого и переводчик. Okay. Все. Если вот грузин приехал в Белоруссию на славянский базар, и он пел бы или русскую, или украинскую, или какую-нибудь другую песню, это было бы неправильно, потому что я уважаю вас. Не из-за того я пришел, чтобы завоевать ваши сердца. Я из-за того пришел, что я люблю всех людей в мире. Всех прямо. Я где буду поехать. Куда поеду, я буду петь. С уважением, если будет такой тур, их не песню. Но если не было бы славянская тур, я бы пел грузинскую песню, потому что я грузин. У нас очень хорошие песни, как у вас. О, да. Тоже. И из-за этого это была славянская... Базар. Какой тур был? Славянский хит. Славянский хит. Ну, это был славянский хитный тур. Из-за этого я был белорусский. Ну, и у вас была самая хорошая группа «Низкиз». Прямо. Ну, я хочу сказать, что как красиво по-грузински он вот сейчас вышел из этого положения, да? И действительно, ты сказал, что ты не хотел завоевать наши сердца, а хотел как бы уважение нам оказать. Но получилось так, что и сердца тоже завоевал. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, пой и по-белорусски, и по-грузински, и по-английски, и на каком только хочешь языке. Удачной тебе дороги, и чтобы эта ступенька тоже тебе была такой хорошей стороной. Стартовой ступенькой. Спасибо большое, что пришел. Спасибо вам тоже. И гран-при нынешнего славянского базара. Адильхан Макин, Казахстан.
Адильхан, спасибо большое, что тоже сумели к нам заглянуть в теперешнем своем очень-очень плотном графике. Скажите мне, пожалуйста, что случилось в Казахстане? На Славянском базаре вот буквально свеженький Димаш Кудайберген стал звездой. В прошлом году Амре поделил по баллам гран-при, дали ему первую премию, но по баллам одинаково был с обладателем гран-при. Теперь вы у нас гран-при. Что случилось там у вас? Или вы всегда так все хорошо пели? Казахи очень хороший народ. Это точно, это однозначно. И у нас в стране есть все условия для того, чтобы заниматься, работать над собой. Потом у нас очень хорошо ценят творчество, поддерживают в нашей стране и государство, и народ. И потом, ну не знаю, что, честно, приводит к таким результатам, но это и есть круто же. Конечно, да. И в последнее вот время, ведь Казахстан действительно очень часто, практически все 28 лет, ну я не знаю, может быть, там какие-то были годы, когда вот Казахстан не приезжал, но таких лет явно было очень мало. Мы очень хорошо знаем вашу делегацию, мы знаем руководителя вашей делегации, потому что из года в год мы встречаемся. И правда, вот почему-то как-то вот так последние годы вот так вот сложилось, что вот смотрите, столько победителей, и не просто вот номинально победителей, а действительно людей, которые становятся знаменитыми, известными, поют, и мы и вам желаем такой дороги. Я вас искренне благодарю за это. Вы знали, что вы едете за победой? Ну или даже не то, что знали, а надеялись, что вы едете за победой? Я мечтал о победе. Я желал себе победу. Я просил у Всевышнего победу. Я трудился, мы трудились, не один я, мой преподаватель, мой ректор, наша делегация, мои родители. Мы все трудились, и это всеобщая победа, я думаю. И эту победу я посвящаю нашему народу, казахам, Казахстану. Это прекрасно. А скажите, вот вы знаете, ну как сказать, что ли, свой секрет или свою какую-то вот эту вот, вот именно то, из-за чего вы сумели стать победителем? Ведь, ну, наверное, вы как исполнитель, ну, должны чувствовать, ну, чем вы взяли? Чем вы взяли жюри? Чем вы взяли зал? Чем вы понравились? Как вам кажется? Это же не то, что я у вас спрашиваю, чтобы вы сейчас нам отвечали, вот прям там, как будто вы за что-то вот ответственность несете. Нет, вот как вам кажется? Вот что такое сложилось, что вот вы раз и лучше всех, и с отрывом с таким? Ну, хотите подумать, я скажу, почему мне вот, да. Мое мнение. Мне кажется, что, ну, во-первых, песня, скажем, первая песня «Озеро надежды», которая была, это песня, которую очень-очень многие помнят, у нас зал помнит. Песня достаточно такая интересная, вероятно, с точки зрения профессиональной, жюри, вот как могло оценивать, да? Я могу оценивать только как зритель. Потом есть у вас вот эти вот низкие ваши ноты, вот такие, в которых вот есть что-то такое шаманское, такое таинственное, что, конечно, многих девочек, хотела сказать, ну, тетенек, может быть, привлекает. А вы что скажете, как исполнитель, почему вы сумели взять у нас гран-при? Да, «Озеро надежды». Это действительно великая композиция Игоря Николаева из репертуара Аллы Борисовны. Ну, в первую очередь, эта песня, я в ней нашел связь со своей жизнью. И я ее смог прочувствовать, я ее полюбил, я хотел
так сказать. Спели душой. Вот это явно, да, это явно то, о чем я не сказала, но вы сказали абсолютно правильно, да. Этим и зацепили. Тем, что спели душой, тем, что не просто выпивали ноты так, как должно это быть, а вот сумели это все донести до зрителя. Спасибо вам большое, вы дополняете прям то, что я не могу сказать, вы говорите. Я для этого здесь и сижу. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Мы желаем вам побед во всех остальных конкурсах, которые вы захотите, в которых принять участие. Ну и, конечно, просто найти своего зрителя, чтобы вас слушали, чтобы на ваши концерты ходили, чтобы вам аплодировали. Спасибо. Аминь. Спасибо вам большое. Ну, просто так мы вас не отпустим, вы должны это понимать. Сейчас я предлагаю вам присоединиться ко всем остальным участникам и будем крутить колесо фортуны. Что это такое, как это происходит, сейчас будем выяснять. Пожалуйста. Ух ты, круто. Спасибо. Так, вот оно, наше колесо фортуны. Здесь изображены наши национальные белорусские символы. Каждый из них что-то означает. Есть символ ребенка, символ матери, солнца, богатства, молодости, весны, красоты. В общем, что-то из этого сейчас каждому из вас будет выпадать. И это будет небольшим предсказанием от нашей программы, от нашего города на ближайший год. На правах обладателя гран-при предлагаю первым покрутить. Не очень сильно, пожалуйста. Мощь вашего голоса мы оценили. Теперь давайте узнаем, насколько вы человек везучий. Пожалуйста. Нежно, да. Именно так. Итак. Вам достается символ матери. Я так понимаю, можно привет, да, передать сейчас? Мамуля, символ матери. Я люблю вас. Привет большой. Мы сейчас хотим подарить вам такую уменьшенную копию, которую вы сможете разместить на холодильник. Вообще, кто болел за вас? Была какая-то группа поддержки здесь, может быть, или смотрели дома, болели по телевизору? Да, за меня болели мои родители, мой братишка, мой преподаватель, мои наставники, мой ректор. И весь мой казахский народ. Ну, это здорово, мы вас поздравляем. Правда, не очень удобно видеть вас, дающим интервью стоя. Вот, поэтому, пожалуйста, это символ матери. Маме на холодильник прикрепите. Большое спасибо. Все, следующий участник испытывает свою удачу, пожалуйста. Проходим. Не очень сильно, крутим. Итак. Мы останавливаемся на символе семьи. А можете как-то объяснить, почему вам выпал этот символ? Как вы думаете? Хорошо. Почему именно на этом символе? Я, ну, мне кажется, что в данном случае за меня очень переживала семья, и это была моя мечта попасть в Славянский базар, так как я с самого детства следил за этим фестивалем. И они переживают и смотрят это по телевизору в Луганской области. Вот. И спасибо, конечно же, телеканалу «Беларусь» за то, что есть такая возможность трансляции, и они это видят. Я их не видел уже очень довольно-таки большой промежуток времени, около 2 лет. И надеюсь, что они меня узнали, когда увидели по телевизору. Вот. Спасибо им за это большое, огромного здоровья. Бабушкам и дедушкам желаю, чтобы они жили еще много-много лет, и я буду стараться радовать их не только результатами, но и, я не знаю, чем-то хорошим, чтобы им поднимало настроение. Здорово, спасибо большое. Уменьшенная копия этого символа вам на память. Спасибо Можно большое. Можно повесить на холодильник. Спасибо, обязательно сделаем. Только купим холодильник сначала. Ну, кстати, можете забрать белорусский холодильник отсюда. Так, Иван, пожалуйста. А, ну вы так... Да, сразу. А вы какой-то конкретный подгадываете? Нет. Сейчас видите, посмотрим. Какое оно коварное, оп, наше колесо? В обратную сторону пошло. Так, ну все, мы остановились на этом, правда? Символ богатства. Вань, такой молодой и такой богатый сразу. Ну, самое главное, конечно же, это семья. Но... Символ семьи уже выпал. Да, деньги — это тоже неплохо. И я рад, что такой символ сейчас...
прокрутился на барабане, посмотри, остановился этот на... Этот символ может указать направление, в котором следует двигаться. Финансовые перспективы станут яснее и приятнее. Они окупят любые тяготы. Чтобы этих тягот не было... Спасибо большое. Этот символ, уменьшенную копию. Извини, спасибо, что без денежной премии, но вот так вот у спасибо. Нас здесь. Денежную премию я уже получил. Спасибо большое. Спасибо. Итак, так, снова Иван, да что ж такое? Вот так вот, здравствуйте. Да, подсказывает там Казахстан, говорит, давайте как-то двигаемся чуть-чуть к своей удаче. Так, 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 так. Ну, мы останавливаемся на символе матери опять, Иван. Просто сегодня день рождения моей бабушки. О-о-о. Я думаю, это не случайно. Две самых-самых заботливых женщины в моей жизни — это моя мама и моя бабушка, которые привели меня первыми на сцену заниматься вокалом. И я за это хочу сказать еще раз большое спасибо. Ну и, пользуясь случаем, поздравить бабушку с днем рождения. Мы присоединяемся. Давай, а можем все прокричать сейчас? Поздравляем, да? Давайте на счет. Раз, два, три. Поздравляем! Ну вот, здорово. Спасибо. Теперь мы знаем, что нашу программу смотрят и бабушки тоже. Передайте микрофон, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, крутим? А какой из символов вы бы хотели себе угадать? Символ дерева. Дерево? Да. Ну, подождем, сейчас будет крутиться обратно. Нет, нет, ну вот мы остановились на символе семьи. Нет, или все же, да, символ семьи у нас сегодня преобладает. Семья в вашей жизни, я так понимаю, играет основополагающую роль. So, the family is first for me, for every Georgian person. You know, it's the biggest thing in Georgia. And we Georgian all are family. And so my family, my mom, my father and my brother. My brother is a poet. And so we are a big family and my grandma, grandpa and everyone, I love you. Семья для грузинов это вообще самое первое. Да. На первом месте всегда. И для Георгия, естественно, это тоже именно семья. И мама, и папа, и бабушка, и дедушка, и прабабушка, и прадедушка. Все, все, это семья, это самое главное, поэтому понятно, почему выпал этот символ. Ну что ж, тогда вот, это уменьшенная копия символа. Спасибо большое, и привет вашей семье. You're welcome. Hi. Это у нас символ весны и молодости. This is the symbol of spring and youth. Ну, это прекрасный символ, мне кажется. This is a splendid symbol. Why have you chosen this? Почему вам выпал, как вам кажется? Why? I don't know. Yeah. I don't know. I mean, maybe it's my destiny to choose that. Ну, конечно, вы красивая, знаю, очаровательная девушка, иначе быть не может. Я не знаю, возможно, это просто моя судьба, почему мне попал этот символ. And he says that, of course, because you're young and very beautiful woman. Yeah. Oh, hey, thank you so much. Thank you very much. Thank you. Paulina, you're welcome. It's your turn. Microphone, please. Ну, так сильно вы покрутили, что же вам... А, вот... Выпадает символ ребенка. This is the symbol of a child. Вот так сюрприз. Вот так съездила в Витебск. That's a surprise. I don't expect child because I am very young. So. Я еще слишком молодая. Я еще не жду ребенка. Но этот талисман, он работает как оберег и помогает, и защищает от невзгод и несчастий. Но в любом случае он вам пригодится, поэтому я вам дарю, пожалуйста. Спасибо. Так неловко немножко вышло, но... That's why you will need it anyway. That's for you. Спасибо. Thank you very much for coming here. Ну что ж, спасибо большое всем нашим участникам, которые пришли к нам сегодня в гости. Сейчас мы делаем небольшую паузу, но потом, конечно... Слушаем обладателя Гран-при. Все-таки все внимание приковано сегодня к нему. Друзья, на часах без 10:02. Европа плюс ТВ. Самый хайповый концерт. Понимаете, никого нет. Пустые залы.
Нет, на самом деле сегодня была такая очередь, которую я просто не видел никогда во времена Славянского базара. От Синего дома до Летнего амфитеатра человек на человеке. Никого до сих пор не пускали. Вот только открыли ворота, все ломятся. И сегодня здесь Ольга Бузова, Маруф, Монатик, Сайга, кто еще? Леша Свик, кто еще? Думаем. Кавабанга. Я больше не знаю никого. Может, и Кавабанги не будет. Короче, самый хайповый концерт фестиваля будет проходить прямо сейчас. Мы здесь, туда, за кулисы к звездам, нас пока не пускают и не пустят, скорее всего. Ну, а вдруг? Попробуем снять хоть что-то с самого европейского концерта на фестивале. Погнали! Девчонки, кто сегодня ваш любимый артист из этого пула? Кто сегодня будет выступать? Кого вы ждете больше всего? Я вообще Киркорова жду. Вы дождетесь. Ольгу Бузову, конечно, как без нее. Почему? Потому что она эпатажная дама, такая вся, потому такая скандал. Потому что она все добилась своим трудом. Конечно. Это каким? Вот как вот стать такой же, как Бузова, вот в нашей ситуации? Вот что мне для этого нужно сделать? Представляете, я вот работаю на Витебском телевидении. А вы женаты? А что, был шанс? Да. Развестись. Мне нужно замуж выйти за футболиста и развестись, тогда точно. Не думал, не гадал, но все-таки поймал Олю Бузову. Никто нас не пускал за кулисы. Я буду сегодня очень хорошо выступать, стараться и заводить витебскую публику. Наконец-то вы будете стараться. Наконец-то хотя бы на Славянском базаре. Прям будет весь амфитеатр стоять на ушах или будут все сидеть и вот так танцуют под Бузову, трясти своими арбузами? Как вы считаете? Не знаю, будем трясти арбузами под Бузову. Интересно ж потрясти. Конечно. Что ж там? Люди ради этого и приходят. Ради арбузов и тряски. Конечно. Круто. Спасибо большое. Хорошего вечера, спасибо. Хорошего концерта. Не застудите коленку. Увидит бабушка. Будем вот так сидеть. Да. Не простит. Летучая мышь. Вы не боитесь, что она живет? Нет. Вы хотите этого? А у меня моль набита вот тут. Моль? Моль. Вы что, шуба? Думаю, набить шубу. Расскажите, кто ваш герой сегодняшнего Честно концерта? Честно говоря, Леша Свик. Да. Я все, думал, все будут мечтаем. Говорить Монатик. Все говорят, Леша Свик. Чем так крут Леша Свик? Я не знаю, просто его песни лично Давайте мне вместе. Очень сильно... Малиновый свет упал на стекла. А я хотел на окна светить. Ну ладно, правильно, на стекла или на окна? Раз, два, три. А малиновый закат на окна, а это на стекла. Малиновый закат это Макс Корж. А малиновый свет это Леша Свик. Вот так вот. Знайте классику. Начинается самый хайповый концерт Славянского базара. Посмотрите, сколько людей. Посмотрите, сколько здесь народа. И что вы думаете, это за концерт? Европа Плюс ТВ. Ольга Бузова, Маруф, Леша Свик, Монатик и многие другие сегодня пришли сюда повеселить город Витебск. Узнаем, круто это или нет, прямо сейчас. Погнали. Вы сумочки их бросили, как на школьной дискотеке или как на деревенской? Типа в круг. Сейчас сюда прибегут еще тетеньки, мне кажется. Сколько стоит примерить ваши очки крутые? Ну, если спокойно и аккуратно, то бесплатно. А если дерзко и неаккуратно? Ну, так. Лучше не надо. Хорошо, спокойно и аккуратно, пожалуйста, для кадра. Хорошо, для истории. Я вам дам эти очки. А заодно пропиаришь. Меня зовут Настя Матвиенко, я исполнитель авторских треков. Подписывайтесь на меня. Как вам выступать на этой сцене? Как энергетика? Это просто нереально. Нереальная атмосфера, нереальные люди. Очень круто. У вас есть небольшое ощущение, что такая сцена не совсем подходит для такого формата мероприятия. Хочется какой-то open-air, какой-то стадион, что-то такое. У вас так же или нет? Мне кажется, есть люди, которые хотят посидеть, при этом вставать периодически. Есть люди, которые просто хотят тусить. Можно сделать такой формат, где есть и танцевальная зона, и есть зона, где люди могут посидеть, встать, потанцевать. Короче, амфитеатр все для народа. И посидел, и потанцевал. Да. Пообщался с весной. Зацепила ты меня, я зацепила ты. Я сижу, курю один, не спасает никаких. Как ощущение от выступления на такой большой сцене? Как тебе? Крутые ощущения, очень приятно оказаться в вашем городе.
До встречи на танцполе, там алкоголь в кока-коле. Вы знаете, как зовут этих ребят? Открой тайну. Я не помню. Ну это хит этого лета, точно. Вы работали вживую сегодня? Естественно, всегда работаем вживую. А всегда. Он? Спасибо большое, что приехали. Как атмосфера от выступления нам на сцене? Нравится. Нам нравятся вообще, в принципе, люди Беларуси. Смотрите, побазарим с Каринманом. Музыка Дакари снова спать не дает. Это Европа Плюс ТВ в городе Витебск. Слушай. Саша Каринман. Друзья, это любимая песня моей дочки Алисы. Но на часах сейчас без 24 почти. Она просто не могла быть здесь. По моим родительским соображениям. Уникальный исторический кадр. Сколько желающих сфоткаться с Олей Бузовой? Что бы мог подумать, что я тоже буду здесь. Друзья, в завершении нашей сегодняшней рубрики хочу сказать вам доброе утро. На часах 5 утра. Концерт все еще идет. Вот такая вот она атмосфера на самом кайфовом концерте Европа Плюс ТВ. На сегодня все. Пока. Ну вот, Александр Каринман поет, как соловей на улице города, общается с людьми и, в общем-то, впитывает вот эту городскую атмосферу, получает от этого удовольствие. А люди, которые у нас сегодня были в гостях, получают удовольствие от того, что они поют, наверное, всю свою жизнь. А мы получаем удовольствие от того, что мы их слушаем, безусловно. И, конечно, самое главное, это все-таки конкурс, самое главное в Славянском базаре, в нашем фестивале, это конкурс молодых исполнителей, за ними будущее, и поэтому прямо сейчас наш музыкальный гость, безусловно, Адильхан Макин, Казахстан, обладатель гран-при конкурса «Витебск-2019». Пока и нескучного вечера вам. До свидания. Слишком рано, а быть может, слишком поздно. Никому не верю я, как прежде. Море счастья обмелело, и река любви замерзла. Но осталось озеро надежды. Море счастья обмелело, и река любви замерзла, но осталось озеро надежды. Озеро надежды, все как есть, прими. Пусть никто не понял, ты меня пойми. Озеро надежды, имя назови и скажи, куда мне деться. Yeah.
красит зеркало в прихожей. На гитаре лопну струны, я надену белые одежды. За собой захлопну двери, и однажды полнолуние я приду на озеро надежды. За собой захлопну двери, и однажды полнолуние я приду на озеро надежды. Озеро надежды, все как есть, прими. Пусть никто не понял, ты меня пойми. Озеро надежды, имя назови. Скажи, куда мне деться? Моей любви, ты прости меня, мой ангел, что хранил меня напрасно. Не могу я быть таким, как прежде. Скину белые одежды и войду живу. Вся надежды, озеро надежды, все как есть, прими. Но пусть никто не понял, ты меня пойми. Озеро надежды, имя назови и скажи, куда мне деться. Моей